Всех приветствую. Давайте пробежимся немножко по альткоинам, по биткоину. Рубль посмотрим, что у нас на сегодня. Что касается Ripple, наверное, самый популярный и самый интересующий всех актив из криптовалюты на сегодняшний день. Он провалился от последнего максимума уже на 60 с лишним процентов, 64 практически. Остановился ли он? Нет, я вам скажу. Он еще не остановился. И здесь есть небольшие признаки. Если, судя по свечам, смотреть, то есть неплохая тень на объемах. Есть внутренний бар, так называемый паттерн. Но я пока еще не рекомендую вам покупать его. Возможно, будет хороший отскок. Потому что, вот посмотрите, если взять и просто вот график по Ripple. Я его взял и отразил в программке. Вот так, вверх ногами. Ничего не напоминает? Один, два, и туда три идет. То есть падение все еще продолжается. Покупать это вообще пока не стоит. Куда он может сходить, чтобы сбросить имеющиеся реплы? Ну, допустим, он вполне может сходить на 0.31 и на 0.38. Там, если туда он пойдет, то вполне можно сбрасывать позиции и ждать ниже цену. А пробой еще один будет. Сходит ли он так высоко на коррекцию, это маловероятно. Но то, что пробой будет, это больше вероятности, чем коррекция. Ну, допустим, эфир классик возьмем, все так же летит вниз. По биткоину все в том же месте, мы торгуемся, треугольничек небольшой, все еще нет выстрела вверх. Мы дожидаемся еще выстрел вверх, либо будет вот так и наверх, либо треугольник наверх, но невысоко, буквально немножечко пройдет. Это не тузы бун, потому что нас еще ожидает коррекция вниз от уровней, до которых он дойдет. Надо будет смотреть позже. Что у нас можно глянуть? Можно глянуть рублик. Рублик у нас пошел в коррекцию. Такая прям классическая какая-то разволновка у нас получается. Раз, два, три закончилось. Идем в четыре. Зашли в зону, из которой уже можно искать лонги. Если она будет такой простой, эта коррекция, то при заходном пятиволновом импульсе можно будет уже покупать в лонг на пятую волну. Если же ничего подобного вы здесь не увидите, то коррекция может быть продолжена. Какая она может быть? Это может быть трансформировано в А, Б, С, Д, Е, какой-нибудь треугольничек и наверх. А может быть сюда, сюда и сюда 5 волн. Ну, в общем, здесь еще попилят, но из этого выход наверх в пятую волну. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свое мнение по курсам рассмотренных криптовалют. И всем удачи в торговле!